Катюнь, давай. Вот есть на свете бабы-паиньки. Они спокойные и уютные. Бокальчик выпили, сразу баиньки. Но мы с подругами ебанутые. Мы раскатаем одну бутылочку, потом в ход пойдет вторая, третья. А пьем крепленую наливочку за нас, красивых и долголетия. И вот на пятой все начинается. Всем бывшим мы перемоем кости, а если будет в программе шестая, то к ним еще мы поедем в гости. Но если силы уже на исходе, мы не отчаемся, не загрустим. Уж если в гости мы к ним не сходим, то обязательно позвоним. Они узнают, собаки сивые, кого однажды навсегда потеряли. И то, какие сейчас красивые, без них уродов мы сразу стали. Ой, и пусть на утро трясутся рученьки. Желудок яро метает фарш. Мы вспоминаем, что мы ебанутые! И этот титул по праву наш. Никто не спорит, что этот титул по праву ваш. Ребята, всем здорово, Саныч на связи. Вот честно, когда женщина говорит такие вот вещи, желудок метает фарш. Ой, я даже не хочу ничего представлять и говорить по этому поводу. Просто вот, вот представьте ее, и как она метает фарш, ее желудок. Это зрелище не для слабонервных. Ладно, что естественно, то не без оргазма, не безобразно, ладно, хрен с ним. Ребята, а потом она найдет себе оленяшечку, да, вот всех бывших, да, и попробуй возрази, да, а зачем ты звонила бывшим, а зачем ты к нему ездила? А ты что, мне не доверяешь, Алешенька, а? Мы с ним просто друзья, мы с ним вспомнили былые времена, да, и все. А люблю я только тебя, потому что ты только один-единственный у меня, да. И оленяшечки сразу рожечки зачухаются здесь и станут немножечко больше, потому что... Ну, сколько она за ночь прошла бывших, в принципе, история за это умалчивает, потому что они ж еба, ну, как она сказала, в принципе, да, она всю ночь прокаталась по бывшим, всем все высказала, все ее отпердолили, не зря я показал вот эту штуку. Я думаю, догадайтесь, что это такое, да, после этой ночи с бывшими это все у нее получилось, да, и как это потом шить, хрен его знает, да. А оленячка потом это будет целовать, да, потому что это все пахнет очень сильно, да, это ж писечка его, да. Ребята, пишите, что вы думаете по этому поводу.